Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Машинка ест машинку». И в прошлой серии мы с вами освободили комбайн, который нам теперь нужно купить. Но для этого нам нужно 5000 бриллиантов. Так что сегодняшняя наша цель — заработать те самые деньги. Ну что же, наверное, приступим потихонечку, да, с вами? А что у нас тут? Что тут у нас показывается? Знаки восклицания, видимо... мы можем... Нет, ребят, мы тратить с вами деньги ни на что пока не будем, пока не накопим на освобождение, как говорится, комбайна. Точнее, для того, чтобы приобрести его в свою команду. Ну что же, давайте крутанем спин. Ну, елки-палки, ну почему сразу дырку мне дают, а? Так, 3 гранаты и 15% к силе атаки. Надеюсь, нам это хоть как-то поможет. Поехали. Даже я бы сказал, погнали. Ну, где машинки? Ребят, мы как будто с вами где-то в Китае. А, это китайская стена. Все, я понял. Великая китайская стена. Ладно. Едем потихонечку, едем. Собираем бонусы. Машинка, уйди отсюда, пожалуйста. Опс, тут, наверное, будет, ребята. Тихонько. Фу. Так, полицейская машина нам тут не в указ, верно, ребята? Я еду почему аккуратненько, потому что я боюсь, мало ли какой-нибудь будет прикол, подвох. Какая-нибудь яма, куда мы можем с вами провалиться. Зачем нам это нужно? Нам это не нужно. А вот то, что здоровья у меня мало, это правда. И как бы мне нужно, честно говоря, найти здесь хилочку, но я не знаю, где она тут есть. Действительно, на самом деле, очень мало, ребят, здоровья у меня. Вот она броня. Фух, нам повезло. Нам, ребят, с вами крупно повезло. Да-да, я ее догоню. Опа, раздавил. Чего, уязвимость или неуязвимость? Я что-то не обратил внимания, честно говоря. Ребят, все равно у нас пока маловато. Оу! Елки-палки, я испугался, думал, мало ли сейчас там. Так, мне чуть-чуть не хватает для того, чтобы получить, ребята, тот самый третий жетон. Ускользнули прямо из-под носа, вот. Убежали и все, ребят, есть. Мы накопили с вами 5413 монет. Поэтому я бегу быстренько в гараж и быстренько хочу купить тот самый спасенный комбайн. Он находится вот здесь, ребята. Вот он, 5000 бриллиантов. Покупай, конечно же, покупай, ребят. Да, но вы не забывайте, что с приобретением новой машинки нам нужно ее также со временем раскачивать. Ух ты, ну тут нужно победить второго босса. Ладно, мы это потом с вами сделаем. Ну что ж, давайте вначале, наверное, испытаем, что это за комбайн, как он себя ведет и вообще, что он может. Я могу ему... Ага, это... Ребята, все эти ракетницы и все, что я покупал, видимо, переносятся на мою новенькую машину. Верно? Так ведь? Слушайте, да, все отлично. То есть, единственное, что нам остается, это вот улучшить броню и так далее и тому подобное. Ладно, все хорошо, я, ребята, оставляю комбайн у себя и поехали. Поехали мы с вами... Так, смотрите-ка, здесь у нас, видимо, ребята, опять спасение какой-то машинки. Давайте, о, круто, смотрите, какая машинка классная. Это даже не машинка, это какое-то колесо шипованное. Крутим спин. Ну, честно сказать, комбайн-то у нас, это новенькая машина, она не прокачанная. Не знаю, получится ли у нас здесь вообще кого-то спасти. Ну, защиты плюс 10% и скорость плюс 10%. Надеюсь, поможет. Так, вот он уезжает, этот полицейский фургон, и мы должны, ребята, его поймать. Да-да, это спецмиссия. Вы не забывайте, что за спасение этой машинки. Как-то у меня тут, честно говоря... Ух ты! Ну, неплохо, я вам скажу. Очень неплохо, какой-то он немножко такой тяжеловатый, мне кажется. Вот, я уже почти догнал. Да что ты? Да что ты будешь делать-то с ним? Посмотри, мне бы его, ребята, перегнать, но у меня нет ускорения. Я бы его тогда бомбочками бы сзади. Я бы его бомбочками бы... Ох, как бы сзади бы я его так бомба... Да тихо ты, вставай, давай! Нет, не уезжай, парень! Так, что там? Острые зубы, это, конечно, все хорошо. Мне бы ускорение... Во, ускорение есть. Я его должен... Вот так вот, я его, ребят, перегнал. Есть! Разбомбил я ее в пух и прах. Лежит, короче, там отдыхает. Да, естественно, ребят, я отправляюсь в френдопедию. И, кстати, машинка называлась Шип. Но я говорю, какое-то колесо у нас шипованное. По-другому не назвать.
Так, берем, ребят, 700 бриллиантов мне дают за освобождение, плюс новое достижение, вот он, шип. Но он действительно похож на шип. Тут, как говорится, не поспоришь. Так, 1600, да, 1600, что я могу себе позволить на эти денежки? Давайте посмотрим. Слушайте, я думаю, что, наверное, нам надо взять атаку. Атаку я буду брать. Ух ты, чё себе. Молотилка у меня такая спереди, да, заостренная уже появилась. И, конечно же, будем продолжать с вами играть. Смотрите-ка, а почему, интересно, здесь... Что? Открыть... Погоди, я не понял, ребят, это... Это как понимать? Почему меня сюда дальше не пускают? Эй! Открыть локацию, открыть все уровни. То есть я должен купить? Вы серьезно? Ну это же бред. С какого вдруг, блин, перепуга я должен покупать здесь уровни? Слушайте, ребят, вы мне, конечно, напишите в комментах, правда это или нет, или я, может быть, что-то не понимаю, но я не собираюсь здесь тратить деньги на то, чтобы покупать уровни за 600 рублей. Что за игра такая? Я, ладно, понимаю, что там брюлики, гемы купить где-то, но уровни, чтобы себе открыть, это уже, по-моему, чересчур. Ладно, я туда не пойду пока. Я буду здесь, ребят, кататься, набивать все, которые не достают у меня жетонов. Слушай, ну если там действительно надо покупать уровни, я боюсь, мне придется, ребята, просто завершить на этом нашу игру по машинкам. Но это уже перебор, вот серьезно говорю. И разработчики просто-напросто оборзели тогда в корень. С какого, блин, перепуга я должен покупать себе уровни? Не буду и все. Так, ладно. Упс, подорвали. Так, машинка, иди отсюда. О, да елки-палки, эти шипы не вовремя. Машина, иди сюда. Я буду тебя сейчас кромсать. Так. Тырич. Просто... О, молодец. Иди сюда. Тихо. Ай, как же так, ребят? Я чуть-чуть... Блин, победа была так близка. Ладно, я надеюсь... Насчет меня... Не слишком далеко убежала эта победа. Так, так, давай, давай, давай. Не выкаблучивайся мне. Комбайн, давай. Да что ж ты какой-то, я не знаю. Тут, видишь, совсем чуть-чуть нам осталось. Вижу охламона. Раздавил его просто. Вкусняшка, главное, написали мне. Вкусняшка, но маловато, вот что я вам скажу. Давайте мне больше вкусняшек. О, еще одна вкусняшка, ребят. Оп, я ее прям раздавил. Полицейская машина, ну, и сюда. Да переворачивайся ты уже в конце-то концов. Бумс, бум. Последняя машина, ребята, мне нужна последняя машина. Где она? Вижу, ловим. Где мое ускорение, ядрено ложа? Все. Три жетона, как с куста, согласись. Это великолепно, это просто зергут. Иди ты отсюда. Прицепился сзади. Ну что же, я считаю, что это хорошо. Три жетончика мы с вами здесь получили. А что может быть лучше? Да ничего. Дальше, дальше, дальше и дальше. Так, ну что, здесь получили. Поехали, знаешь что? Подземелье и попробуем здесь повоевать с вами, а? Да, я знаю, что будет сложно, тяжело, но что поделаешь. Пещера есть пещера, собирайте яйца, кристаллы и все будет у вас в ажуре. Так, что-то мне тут слишком много бомбочек надавали. И всего лишь 10% к ускорению, к энергии. Ладно, поехали. Так, я готов. Погнали, погнали. В этой пещере я ни разу еще, ребят, не был. Я не знаю, что тут. Ой, 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 как вы начинаете-то. Тут и шипы, что только тут нету. Дудки вам, оу. Опасное какое-то тут, ребята, подземелье. Вот что я могу сказать, это точно. Взорвал кидрени фени. Будет знать. Так, ребят, мне здесь нужно где-то подлечиться. Вот серьезно. Ого. Ого. Тихо, 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 не надо. Не надо тут буянить. Блин, у меня все меньше и меньше здоровья. Так, смотрите, кто за мной хвост, ребята, по-моему. Ага. Не по-моему, а
Точно хвост? Я его подбил. Вот как я это сделал. По красоте. Разбомбил. Слушай, ну у меня здоровья пока хватает. Давай. Что ж такое? Фух, хорошо, что не было никаких шипов. Я его взорвал. О-о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 -
Да, ребятулечки. Почему-то, не знаю, почему-то реклама не сработала. Сначала, конечно же, сначала я попробую, ребят, все равно пройти этот уровень. В принципе, он не такой и сложный. Если бы я не упал, не провалился бы вот в эту вот фигню. И причем на ней именно у меня закончилось ускорение. Именно там он начал кувырком катиться. Все специально подстроено, поверьте мне, против меня, против моего маленького комбайна. Беззащитного, елки-палки. Все против нас. Так. Ого, там еще какой-то паук хватает нас. Злобный. Так, ладно, не спешим, потихонечку. Вот не хочу, ребята, не хочу терять здоровье, но мне приходится, а? Уйди, говорю, отсюда. Так, едем, 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 едем. Ать! Это уже было. Мы это проходили. Вот сейчас, кстати, здесь уже недалеко будет то самое место. Я, ребята, приберегу, наверное, ускорение для нас. Сейчас мы здесь должны будем где-то перелететь. Вот здесь вот мы должны с вами перелетать. И уже вот сейчас практически скоро будет то самое место. Но я почему-то по низу рванул. Наверняка надо было по верху. Слушай, ну, вот, вот оно. Кубарем просто, ребят, кубарем прокатился. Я надеюсь, больше таких не будет подвохов. Нет, не будет, потому что, ребята, мы с вами, да, проходим. Опять нам тут на выбор два разных каких-то самоцвета. Закрывают коробочку и типа говорят, выбери. Ну давай вот здесь вот. Вот этот вот. Синий, по-моему, в тот раз тоже мне синий выпал. А типа желтый здесь был. Ну это понятное дело, где же ему еще быть. Но в любом случае второй этап подземелья, он пройден. Наш, ну, в гараж нас зовут почему-то. Что нам тут в гараже? Мы можем, ребята, скорость или турбо. Скорость или турбо. Давай турбо. 1200. Ох, ничего себе, турбина такая выросла у нас. Замечательно, короче. А вот теперь сижу и думаю, может быть, нам на третий уровень пойти? Тут всего лишь... Тут всего лишь... Ёпрасоте, тут, ребят, целая карта. Я думал... Я думал, тут пару уровней, ага. Тут целая, извините меня, подземная карта. Ну что, я думаю, надо. Смотрите, тут, ребят, какой-то выигрыш, яйцо. Поехали, короче. Раз наверху нам надо платить, мы будем с вами тогда фармить подземелье. Так, 5% брюликов, 10% к турбо и 5% к атаке. Поехали. Каждый уровень все время сложнее и сложнее становится. Всякими ловушками дополняется. Естественно, сильными монстрами. Да встань ты! Ага. Вот это я не могу понять. Что это вот моргает внизу? Что там не то? Аккуратненько, аккуратненько. Ах, прям мы его разбомбили, ребят. Ой! Да уйди ты от меня, а! Гад, прям сзади прицепился и все. Взяли. О, броня. Броня, то, что нужно нам. Опять он все-таки пришел, а? Он опять пришел. Ну, мы его подбили. Это мы тихонечко проходим. Еще один. Доску. Оу! Ребятули, что-то у вас тут... Ай, тихо, тихо, тихо. Фу! Я успел. Тут-то что такое? Что за... Нет, тут нормально, я думал, опять какая-нибудь яма будет. Но нет, я выкрутился. Единственное, что, ребята, у меня очень мало здоровья. Ну, не так уж мало, но есть. Прошли. Оу, смотрите, ребята, я могу что-то выиграть новенькое. Какое-то яйцо. Или это просто какой-то алмаз. Мне показалось, что оно вот здесь. Обманули, гады, обманули. Где? Оно, наверное, вот тут вот. Нет, оно оказалось вот тут.
Ну, я следил, ребята, пристально, но он как-то в конце уж больно сильно ускорился, я не успел разглядеть. Так, сколько у нас с вами энергии? 13 еще, да? Получается, буквально 2 заезда. Ну что ж, поехали тогда сюда. Причем такая вот, смотрите, ребята, здесь еще должна быть какая-то машина. То есть вот эти вот обычные жуки, которые за мной едут, да, вот эти машины-жуки, они легкие. Там есть еще посильнее, видимо, какой-то жук, может быть, даже это босс. Но пока он мне не встречался. И хотелось бы, чтобы его как можно дольше не было видно здесь. Оп, отлично. Вот, вот, уже едут, ребята, хламоны эти. Бомбочку, ать, промахнулись, тихо. О, вот тут что, да? Эть, надеюсь, не на шипы? Не нравится мне это. Ёлки-палки, да как там, там нельзя было, ребят, по-другому. Там просто вынудили меня провалиться, так скажем. Ладно. Да едь ты, ядрёна вошь. В конце-то концов. Давай, прыгнем. О, по красоте, пускай догоняет теперь меня. Фиг им там, ух. Куча бриллиантов, ребят. Куча бриллиантов было собрано мной. Я никуда не спешу. Я само спокойствие, ребят. Само спокойствие. Уйди отсюда. Так, 4 бомбы. Почему он не взрывается, а? Взорвался. Ну когда там конец-то уровня, елки-палки. Споткнулся обо что-то. Опс, тихо. Ага, подкол, да? Нет, нормуль. Я уже думал, сейчас опять какая-нибудь очередная, ребята, будет яма. Фу ты нафиг. Хорош так пугать-то. Да. Оп. Вот она, ребята, это. Паучиха. Да ты будешь вставать-то, просто лежишь там, расслабляешься. Че ты делаешь-то? Ты специально меня подставляешь, а, машинка? Не пойму я. Мне тут нервы на пределе, он сидит там. Расслабляется. Где? О, финиш. Шикарно. Так, ребят, тут опять каких-то у нас 3 самоцвета, это новый какой-то, бриллиант прям. Ладно, давай. Кстати, я до сих пор не понял, для чего мы их, ребят, с вами собираем. Для чего? О, бриллиант я выиграл. Для чего они нам нужны? Если бы что-то покупать можно было бы за них, я еще понимаю. А мы с вами собираем, а где их тратить? Пока ума не приложу. Ух. Так, поздравляю, главное, нас с вами мы копим. Ну что, у нас остается с вами буквально еще один заезд. А может быть даже и 2, если мы за этот заезд накопим с вами еще одну энергию. Так, ну что, поехали. Поехали. Собирай яйца и кристаллы в пещере. Ну и понятно, я буду собирать. А что дальше-то? А смысл-то от них? Где потратить? Может, какой-то магазин? Надо будет после этого этапа, ребят, посмотреть. Может быть, есть действительно тут какая-то лазейка, где это все можно тратить или для чего-то собираем. Неспроста же это. Не для красоты. Так, опять же, ребята, уровень новый. Неизведанный для нас. Чего тут ожидать, фиг его знает. Да хорош-то уже. Опа! Это что? Что такое еще, а? Что за хлам пришел тут ко мне, а? Ой, тихо, я же не знал. Да иди ты, паучих, отсюда от меня. Уже здоровья практически нету, а? Практически. Ну, считай, что нету. Ой, врезался. Так, хорош, да отвалите вы от меня все. Жуки, пауки, тараканы. Жалко, что убийство вот этих вот жуков нам ровным счетом ничего не дает. Ух. Отрываемся от этих букашек всяких. Во, броня, она мне нужна. Есть. Пока живем. Ты посмотри, какой этот жук-то, а? Он просто так не убивается. Да. Ох ты. Они зажимают, ребят. И я ничего не могу сделать, абсолютно. Хорош уже. Взбесили прям. Вот, вот здесь надо быть быстро. А то я знаю, там внизу, ребят, ловушки всякие. А нам этого не нужно. Они когда-нибудь закончатся здесь или нет? Они бесконечные. Давай, турбинку свою включай. Оп. Фу. Нет. Езжай, тихонько. Фу. Ведь стопудово внизу было не очень, как говорится, хорошо и спокойно. Где финиш? Я не вижу, ребят, финиш. Уже вот он. Уже так долго ехал.
Финиш вот внизу, внизу, ребята, вот здесь отмечается. Ну просто туда некогда смотреть. Так, значит, у нас синий, желтый и опять же белый, да? Ладно, ребят, я наугад. Я не знаю, где здесь что лежит. О! Второй алмазик нам достается. Так, ладно. Давайте посмотрим. Может быть, действительно здесь есть магазин какой-то. Гараж. Что нам в гараже? Так, ну это понятно, что нам здесь улучшим, ребят, с вами броню. Это однозначно. Так, 60. Это, конечно, и все хорошо, но... Давай по существу. Для чего я это все собираю-то? Мне это не понять. Не понять и все. Хм. Может быть, тут что-то? Так, инкубатор. Что за инкубатор? Давай-ка посмотрим. Выбери яйцо. Ах, в подземелье. Ну ладно, например, мы найдем яйцо в подземелье. И что? И все на этом? Так, полисопедия. Кстати, вы не забывайте, что в полисопедии нам не хватает буквально там сколько-то машинок. Три машинки вот такие вот подбить. Для того, чтобы собрать Франкопштейна. Блин, язык сломаешь, пока выговоришь. Ребят, у нас есть еще энергии на один заезд. Будем делать этот заезд? Я думаю, что будем. Не то, что будем, нам даже нужно сделать этот заезд в обязательном порядке. Давай крутим спин. Так, 5, 10, то есть 15 уже процентов на брюлики и одна граната. Да, бонусы, конечно, не особо такие хорошие, ну ладно. Дареному коню зубы не смотрят, поехали. Так, тихонько, не спеши. Уже хвост, уже, ребят, хвост. Давай. Оп. Ну что ты, ну не хватает ему силенок, ребята, вытянуть. Все. Слабенькая турбина, согласитесь. На хвосте враг. Еще один. Опа, как я их, а? Ха. Обманул одним словом. Так, тихо, не надо, нет никаких вулканчиков. Под низом. Так, тихо, да отвали ты. Нет, только не яма. Да елки-палки, как в лаву смотрел. Сила могучей рекламы нас возрождает. Так, поехали. Тихо, тут не нравится. Оу, перелетел. Ну давай ты. Все-таки слабая, ребят, турбина у него. Надо ее как-то то ли раскачать, я не знаю, то ли скорость нам улучшить. О, броник. А дадите мне ускорение или нет? Что? Так, тапать, понял? Понял, тапаюсь. Давай, прогрызайся. Есть, вырвались мы. Так, перелет, опс. Чуть было ловушку, да, видимо, какую-то не попали. Давай, собирай все это. Забомбили. Ускорение подобрали. Зачем надо вот этот трамплин делать, да? А впереди выставлять сталактит вот этот вот вылазящий. Специально, чтобы он нас тормознул? Где логика тогда? Какая логика тут вообще может быть? Оу. Есть. Прошмыгнули мы с вами. Где финиш? Так, такие уже подколы всякие. Вот он. Есть. Отлично, ребятушки. Ну что, уже зеленый какой-то, да, у нас прибавляется. По-моему, его раньше не было. То есть лучше всего найти где-то яйцо и его открыть. В инкубаторе, соответственно. Наверное, там можно будет какую-то машинку вырастить. Наверное, специальная, которая пошла бы для подземелий. Ну, почему-то мне вот так кажется. Потому что такое яйцо, там, знаете, с шипами. Так, ну что, ребята, наверное, нам 1000 у нас монет. Это мало. На поверхности нам тоже с вами как-то, ну, нечего делать, да? Обедняк. В общем, ребятули, давайте так. На этом мы заканчиваем эту серию. А вы мне пишите, каким образом там надо открывать уровни. Ведь больше чем уверен, что многие из вас играли в эту игру. И, надеюсь, не взломку. Ну, а с вами был Рэй. Всем пока, всем удачи и до новых, ребята, скорых видосиков.